В IT-парке проходит заключительный этап Республиканской олимпиады Кулибины 21 века. С какими проектами приехали юные изобретатели, смотрите в сюжете. Сегодня школьники могут не только играть в компьютер, но и собрать собственный. Некоторые юные кулибины 21 века даже успели получить патент на свои разработки. Вместе с научным руководителем, аспирантом Казанского университета, Артур Камалов работает над 3D-сканером. Воспользоваться разработкой можно будет как для решения бытовых проблем, так и для проектирования новых моделей. Есть какая-то вещь, и такую же хочется. Вы ее сканируете и печатаете у себя дома на 3D-принтере своем, если, конечно, он у вас есть. И это, я как думаю, поднимет интерес к 3D-моделированию самому, потому что скопируйтесь, конечно, хорошо, но хочется что-то свое добавить. Участниками 14-й олимпиады стали 80 школьников из 19 муниципальных образований Республики Татарстан в возрасте от 6 до 18 лет. Будут выступать где-то 5 минут, и 2-3 минуты мы даем на вопросы. У нас есть предмет такой, как оппонирование, то есть дети могут друг другу задать вопросы. Причем эти вопросы они должны задавать не так, чтобы затопить друг друга, а чтобы можно было раскрыть лучше саму работу. Для многих этот конкурс – шаг на пути к научной карьере. В июле 7 победителей представят свои изобретения в Госдуме от Республики Татарстан. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз.